Сегодняшний день в московском регионе может стать одним из самых экстремальных в ноябре с точки зрения погоды. По прогнозам, все должно было начаться со снегопада, переходящего в дождь. Действительно, с утра Москву и область атаковал южный циклон. Вопреки своему теплому названию, он принес нам зимний набор непогоды. Мороз, ветер, гололед и новую порцию осадков, которые синоптики называют сложными. То, что сыпалось сегодня с неба, ни дождем, ни снегом назвать нельзя. Новое природное явление уже назвали снежным градом. Автомобилистам сегодня пришлось счищать ледяную корку с машин скребками, а пешеходам поплотнее закутываться в шарфы и прятаться в воротники и капюшоны. В столичных аэропортах были отменены сотни рейсов, дорожный трафик в городе и области в течение дня оставался довольно напряженным. По сообщению Главного управления дорожного хозяйства региона, в ликвидации последствий непогоды в Подмосковье задействовано более 1000 единиц техники, которая работает круглосуточно. Синоптики прогнозируют дальнейшее ухудшение погоды. Не исключены обрывы линий электропередач, а также падение деревьев и железных конструкций. Серьезно осложнится ситуация на дорогах. Рекомендация первая, что прежде чем парковать свой автомобиль, желательно оглядеться, посмотреть, нет ли над ним дерева. При парковке в межквартальных проездах автомобилей стараться не создавать своим автомобилем проблем для уборочной техники. При администрации создана оперативная группа реагирования на данное ухудшение погодной ситуации. При появлении серьезных проблем, связанных с погодными катаклизмами, жителям рекомендуют обращаться в единую диспетчерскую службу по телефону 545-77-55. Ирина Максимова, Кирилл Емельянов, Михаил Кирсанов, Евгений Шевченко. Программа «События».